Одна девочка сказала: подарок у тебя. У меня случается улыбка на лице. Изволь. Надеюсь, ты купил сестре подарочек на день рождения. Привет, братик. Я надеюсь, ты не забыл, какой... Я знала, что ты мне подаришь конфеты. Все. Подожди. Комната у вас будет на двоих суиз. Пора вставать! Отлип. Что ж, мальчик, посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Ступай в круг. Теперь... Слабовато выходит. Да, так-то лучше будет. Молодец, мальчик. Ну, а завтра мы займемся. Молодец, мой мальчик. Все жуки мертвы. Можешь возвращаться. А ну вставай, лежебока! Могу я вам чем-то помочь? Вы пришли по адресу. Уиспер мертва. Твой триумф был жесток.
Ты опять об... Палку теперь можешь вы... Это все... Слушай внимательно. То, чему я тебя научу, может... Попаду. Неплохо. Теперь попробуй сочетать атаку и защиту. О, здравствуй, Громобой. Пришел проверить, как дела у твоей сестры? Можно и так сказать. Уиспер говорит, ты поставил ее в пару с каким-то мальчишкой. Мейс считает, что у него большой талант. Настолько, чтобы держаться наравне с моей Уиспер? Давай проверим. Они с Уиспер сейчас отрабатывают боевые навыки. Так, ребята, посмотрим, кто чему сегодня научился. Поединок будет в полную силу, как на экзамене. Приготовьтесь. Вот это удар! Давай, защищайся! Давай, давай, защищайся! Я же закрывалась! Очень плохо, Уиспер. Тебе нужно больше заниматься. Жаль, что ты не видела, как я сражаюсь на арене. Может, научилась бы чему-то. Если хочешь сама там оказаться, тренируйся. Если бы нас не остановили, я бы его добила. У нас и так героев не хватает, чтобы вы еще двое рвали друг друга на части. Кстати, найдешь меня у стрельбища, когда будешь готов продолжать занятия. Что касается твоих навыков... Есть пара небольших ошибок, но в целом хорошо. Ты найдешь меня у стрельбища и продолжишь. Ну что, продолжим упражнение с луком. Для начала попробуй поразить. Теперь прицелься в мишень. Хорошо, ты поразил все мишени. Но враги редко стоят на... В гильдии не место насилию. Прекрати немедленно. Продолжишь нарушать правила, мы примем меры. Последнее предупреждение. Что ж, надеюсь, к экзамену ты выучишься стрелять получше. Теперь ты будешь учиться использовать волю. Когда будешь готов продолжать занятия, скажи мне. Я пойду на стр... Пора тебе научиться использовать... Нет, нет, бей молнии. Если не получается, спроси у меня. Вот так.
Ты хорошо пользуешься магией. Очень хорошо, мой мальчик. Ты под... Надеюсь, ты готов? Вы пришли по адресу. Уиспер мертва. Твой триумф был жесток. Кто-нибудь хочет пофехтовать? Экзамен по стрельбе. Кому стрельбу сдавать? Проклятые птицы! Кто-нибудь хочет пофехтовать? Вы пришли по адресу. Больно. В гильдии всем тяжело. Да. Экзамен по стрельбе. Кому стрельбу сдавать? Бейся! Очень хорошо. Ты становишься лучше. Давай! Давай! Прекрасно! И, наконец, ударь меня молнией! Атакуй меня! Атакуй меня! Хватит! Да, для новичка весьма неплохо. Настоящие схватки будут опаснее, чем это. Но ты прошел последнее испытание и готов к тому, чтобы получить у наставника свой амулет.
Надо приблизиться, ученики. Много лет трудились вы, чтобы удостоиться почетного титула героя. Сегодня ученичество ваше завершается, вы выходите в мир творить великие дела. Дела, что принесут вам благодарность тысяч людей или вселят страх в их сердца. Времена ныне темные, тени сгущаются над Альбионом, и тьма сбирается повсюду. Всякий раз, делая свой выбор между путями добра и зла, вы будете менять лик земли. Примите же свои амулеты, ступайте в мир, герои! Пора тебе уходить, мой мальчик. Сначала выбери область раз... Больше я тебя ничему научу. Зайди в гильдию за заданиями. Что затеваешь? Вы пришли по адресу. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил... Пришли сделать покупку. Ничего о жизни не знаешь. Воин, что ты делал? Врагов твоим запахом гадким распугивал. Добрый день, сэр. Неплохо. Легко.
тобой. Сейчас будет... Нет. Ой. Великолепно. Это Прот. Рад вам услужить. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Неплохо выглядит. Думаю, стоит... Попробуй поднять боевой множитель еще выше. Странно. Думал, что ты выше. Протянул. Он мертв, я так и думал. Владею Киев. Ой. Такой приятный сюрприз. Он мертв, я так и думал. Недолго он протянул. Тебя ждет очень важное задание. Это просто. Это просто. Он мертв. Вы пришли по адресу. Уиспер мертва. Твой триумф был жесток. Давай дружить, если хочешь. Он мертв. Какая мощь! Рад вам услужить. Уиспер мертва. Твой триумф был жесток. Вот. Думаю, мы сделаем. Ты убил легендарного белого оборотня. Ну, теперь тебе прямая дорога. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Повсюду множество мерзких чудовищ. Чем не работает? Какой?
Ну давай! О боже! Ой! Он мертв? Злодею. Вы пришли по... Неудивительно, что тебя пустили на арену. Значит, он покойник. Какое проявление силы. Разбойники, будь осторожен. Изумительно. Ух ты! Ух ты! Какое мастерство! Да! Думаю, мы сделаем вам... Ты убил легендарного белого оборотня? Ещё! Не к добру! Настоящий герой! Не похож на курочку. Изумительно! Что случилось? Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Повсюду множество мерзких чудовищ. Чем не работать так делать? Это единственное хорошее, что случилось. Ну и слабо. А, злодею. Гильдии тебя ждет очень важное задание. Ах ты, сопляк! Ничего о жизни не знаешь. Эй, я вижу, вы не здешний. Не нарушай закона. Кто это тут лезет без приглашения? Кругом и шагом марш отсюда! Вы пришли по адресу. Альбион переполнен монстрами, которых надо убить, и людьми. Самый умный, что ли? Сюда нельзя! Thank you.
Кто это тут лезет без приглашения? Кругом и шагом марш отсюда! Эй, куда идем? Пропуска нет, поворачиваем назад. Мечника нанять не хочешь? Сыграй в пары. Плесни пивка. Интересно, а это что за герой? Курощуп. Да, это имя тебе подходит. Приветствуем. Сыграй в пары. Плесни. Что вы о нем думаете? Готов помочь.